Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по крану. Coin Hub Yes. Где мы собираем Dogecoin. У меня есть видеообзор по этому крану. Здесь ничего сложного. Я, друзья, проверила этот кран на вывод. Вы минимум на вывод отсюда 5 Dogecoin. Вот мой вывод. Но прежде, кто не знает, нужно зайти в сеттинг и прописать свой кошелек Dogecoin, привязанный к Faucet Hub. Нажимаю WinDraw и мои Doge, комплект. Все прекрасно вывелись на Faucet Hub. Это я сегодня его вводила. Значит, вот Coin Hub ES, комментарий. Значит, вот мои доги. И 5.704 Dogecoin 13 минут назад прибыли на Faucet Hub. Все замечательно. Кран платит. Значит, как я уже говорила, я в шортлинк не лезу. Кран довольно-таки неплохой, интересный. Я собираю на кране Faucet. Как работать, я, наверное, уже и не покажу. Нужно ждать 5 минут. Вот, сейчас я не покажу. Вот это очень просто. У меня есть видео, можете посмотреть. И смотрю рекламные ссылочки. Все, больше я никуда и не лезу. Вот эти у меня уже просмотрены. Вот одна появилась. Они периодически как-то появляются. Я захожу в течение дня, потому что так и так на кране как бы я собираю и заодно заглядываю вот в эти ПТСки. Загружается шкала. Все очень быстро. Скрытых реклам нет. Таких, знаете, есть. Мы все знаем, что все краны криптовалют держатся за счет рекламы. И там реклама тех море. Здесь такого нет. Нажимаем вот на синюю вкладочку. Very. И нам зачет. И вот у меня такая вот сумма мне засчиталась. И вот на балансе у меня уже стало 0.2 Dogecoin. Ну, здесь находится реферальная ссылочка Exchange. Тут мне еще переводить токены на Dogecoin нечего. Здесь минимум 20 тысяч. Это значит будет вот такая сумма 0.3020 000 как бы. Вот этих они сюда переведутся на основной ваш баланс. Всем удачи, больших заработков. Кому, друзья, интересно, пользуйтесь краном. Платить все замечательно. До новых встреч.